Чувашии на уровне правительства региона обсудили агропромышленные вопросы. Необеспеченность сельского хозяйства необходимым количеством техники – серьезный барьер для развития отрасли, подчеркнул министр Сергей Павлов. Эта проблема была поднята сегодня на заседании Совета по модернизации и технологическому развитию экономики Чувашии. Инновационное развитие отрасли возможно только путем технической и технологической модернизации, внедрения достижений научно-технического прогресса и применения техники последнего поколения. Уровень ее приобретения за последние годы остается на одном и том же уровне, доложил министр сельского хозяйства. Сегодняшнее состояние машинно-тракторного парка является главным, возможно, сдерживающим фактором технологической модернизации отрасли и повышения производительности труда. На сегодняшний день у нас в Чувашской республике производительность труда составляет 820 тысяч рублей на одного человека. В республике около 60% всех тракторов и более 50% комбайнов старше 10 лет. А также нагрузки на технику, они превышают нормативные в несколько раз, что приводит к дополнительным расходам и на ремонт, и потерям объемов производства. Требуется увеличение мощности тракторов, продолжил Сергей Павлов. В 2013 году было закуплено 8 тракторов с мощностью более 200 лошадиных сил, но на данный момент этого недостаточно. Внедряются современные технологии орошения. В 2013 году 15 сельхозтоваропроизводителями закуплена мелиоративная техника. Это позволило оросить более 5000 гектаров земли. На заседании совета также был поднят вопрос покупки сельхозтехники по субсидированной процентной ставке. Глава республики поддержал это предложение. Кредит на приобретение техники очень популярен у сельхозпроизводителей, подчеркнул представитель одного из банков. А местные производители тракторов добавили, покупать сельхозтехнику в своем регионе удобно для заказчиков. Все запчасти под рукой. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.